Садовая аллея может поредеть. А дело в том, что назрела острая необходимость убирать наклонившиеся деревья. В мэрию стало поступать много жалоб о том, что прогулка по Садовой стала делом небезопасным. Поскольку эта аллея была заложена 137 лет назад, а в 60-е была признана памятником природы, обследованием зеленых насаждений занялась специально созданная комиссия. В ее состав вошли чиновники, представители общества защиты природы, члены областного общественного совета и жители улицы Садовая. Очень скрупулезно и тщательно комиссия обследовала каждое дерево. Спиливать будут лишь те липы, которые очень сильно наклонились над проезжей частью или пешеходной зоной. Окончательно решать судьбу каждого дерева будут члены общественного совета при региональном комитете по природопользованию. Этой теме посвятят одно из предстоящих заседаний. Мы вот сейчас на этой аллее нашли какую-то точку соприкосновения, очень главную. И вот самое главное, что вот мы понимаем друг друга. В начале аллеи мы не понимали. Я думаю, что когда закончим обход, мы найдем общий язык и придем, наверное, к самому разумному решению по этой аллее. Она будет жить, она будет приносить радость.